Эта динамичная современная игра, уличный баскетбол или стритбол, завоевывает все новых поклонников в Краснодарском крае и нашем муниципалитете. Мы смогли в этом убедиться, побывав на турнире. Это простая и вместе с тем очень притягательная игра эффективно служит пропаганде здорового образа жизни. Она стала для многих ребят путевкой в большой спорт. Юные стритболисты соревновались в рамках всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. В данных соревнованиях приняли участие 80 команд, всего было 305 участников. На площадке в Северном парке были созданы очень хорошие условия, и всем здесь было удобно. А самое главное, ребятам интересно. Они настроены на борьбу. Игра очень динамичная, и надо уметь бросать метко по кольцу и вести мяч. Игра стритбол немного похожа на баскетбол, но тут другие правила. Я очень рада принять участие в Кубке губернатора. Моя команда очень сильная, и мы любим играть в стритбол. И думаем, что победим. Я занимаюсь спортивной гимнастикой. Мы приехали сюда, чтобы поиграть и как бы себе настроение поднять. Нам нравится играть в стритбол, хоть мы и гимнасты. Это нам нравится. Эта игра очень ритмичная и классная. В упорном соперничестве были определены лучшие. Лидерами среди мальчиков и девочек младшей группы стали команды Протокского сельского поселения. Среди юношей и девушек средней группы победили спортсмены спортивной школы «Триумф». А в старшей группе у юношей первое место у команды Славянского городского поселения. У девушек лидировала спортивная школа «Триумф». Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».